Здравствуйте! Вчера Олимпийский комитет придумал очередной новый вид спорта. И сегодня у нас в студии должен прийти лучший спортивный взяточник нашей страны, загребущий Иван Иванович. Мы его ждем. Слава богу. Ну что вы так долго? Мы вас ждем, я уже целый час. Вы ко мне? По какому вопросу? По личному. По личным вопросам я принимаю в понедельник и пятницу с 15 до 18. Запишитесь у секретарши, пожалуйста. Но мне обязательно нужно сегодня. Ну, не знаю. Может, я и смогу уделить вам несколько минут своего драгоценного, я бы сказал, дорогостоящего времени. Расскажите, пожалуйста, о спортивном взяточничестве. Что вы? Об этом нельзя говорить бесплатно. Ну, я же вам только что заплатил. Где? Когда? Кому? Да я на вас в суд подам за клевету! Ой, не надо в суд. Скажите, вот множество людей хочет узнать о спортивном... Ну, пусть записываются на прием, я поговорю с каждым индивидуально. А почему вы все время ладонь чешете? Это у меня профессиональное. Каждый раз, когда я разговариваю с посетителями, у меня в ладони возникает зуд. К чему бы это? А скажите... Одну минуточку. Леночка, чай мне, пожалуйста. А? Нет, один. Вот все-таки, скажите, вот вы чемпион. Каково вообще быть чемпионом? О, это огромная ответственность. Административная или уголовная? А вот за это вы мне заплатите. А мне все равно уже нечем. Нет у меня ничего. Как? Я заканчиваю нашу передачу, как? И по телевизору вас не покажут. Как? Зрители вас не увидят. Ах, нас снимают. Это меня дело. Тогда я расскажу. Ну, я не знаю. Будет ли это интересно? Ну, я, конечно, к вам всей душой, но вот у оператора совсем кончилась пленка. Извините. Да, пожалуйста. Леночка, чай мне. Один. Ну, вы... Давайте... Угу. Давайте, рассказывайте. Только покороче. А почему покороче? А вы знаете, сколько стоит эфирное время? Ну, у меня закончились деньги. До следующих спортов. А галстук не возьмете? Карден? Ага. Здравствуйте. У нас в гостях... Представляете, я забыл вашу фамилию. Пиджачок финский, почти не ношенный. Ага. Иван Иванович, за... Сейчас, брючки пиджачку. Идеально в тон ложатся, идеально. Гребущие. Сейчас. Вот, знаете, запонки тоже можете взять, да. Отдайте камеру, пожалуйста. Камеру этого взяточника. До следующего спорта, проклятые расхитители и хапуги. Так не та ж камера. 45577. 45576, 45575, 45574, 45573, 45572, 45571, 45570, 45569, 45568.